человек попал в беду. Мы поможем, мы все время на посту. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев принял участие в торжественном собрании с награждением наиболее достойных и обратился к ветеранам и действующим полицейским по случаю отмечавшегося накануне Дня сотрудников органов внутренних дел. Надо заметить, областные власти к этому празднику пришли не без подарков. Например, за последнее время около 70 участковых пунктов в свердловских муниципалитетах отремонтированы за счет областного бюджета. Из него же с начала этого года ежемесячную денежную выплату получают 3300 участковых уполномоченных и сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Ваша служба имеет важнейшее значение для укрепления социальной стабильности в обществе, национального и гражданского единства, динамичного развития экономики, повышения комфорта, безопасности и качества жизни людей. Именно к вам уральцы обращаются в самые трудные и опасные моменты своей жизни и всегда находят помощь и поддержку. Вы обеспечиваете общественный порядок, безопасность и спокойствие жителей Свердловской области. Сотрудников также поздравили начальник Главного управления МВД по Свердловской области Александр Мешков, начальник Главного управления МЧС Виктор Тереев, председатель Законодательного собрания области Людмила Бабушкина и другие высокие гости. Евгений Куйвышев вручил отличившимся сотрудникам ведомства почетные грамоты и благодарственные письма губернатора. В своем выступлении он заверил, что будет продолжаться всяческая материальная поддержка органов внутренних дел, например, снабжение автотранспортом. В решении кадровых вопросов также обещана посильная помощь властей, которые очень эффективно взаимодействуют с полицией в деле обеспечения безопасности территорий и граждан и создания условий для роста социального благополучия и деловой активности. Высоко ценю вклад руководителей и личного состава подразделений полиции проведение значимых мероприятий, которые традиционно собирают большое количество участников. Международная промышленная выставка «Иннопром», форум 100 плюс «Технобилд», крупные отраслевые выставки, тематические фестивали. Все это требует от вас большой личной ответственности, внимательности, дальновидности, четкого алгоритма действия, слаженной командной работы. Умение быстро реагировать на любые нештатные ситуации. Ну а в заключение подрастающее поколение сотрудников заверило, что полиция хоть и сейчас прекрасна,